Семья из Тверской области стала лучшей сельской семьей в России. 17 октября в Москве прошла торжественная церемония награждения «Семья года». Уже сегодня многодетный отец в студии нашего медиахолдинга «Тверской проспект» поделился своими эмоциями о прошедшем мероприятии, а также рассказал о планах на будущее. Инга и Денис Поспеловы женаты с 2009 года. Почти сразу приняли решение жить в деревне. Они своими силами построили дом, где живут с тремя дочерьми. В этом году они стали участниками конкурса «Семья года». Я прочитал условия этого конкурса, положения, и я понял, что это просто мне достаточно описать нашу жизнь. То есть там и общественная деятельность, да, вот мы проводим ремесленные занятия для детей, мастер-классы обучающие. И любимое наше дело семейное, да, это вот столярная мастерская, мы работаем с деревом. И спортивная составляющая, я сам в прошлом был мастером спорта. Это и семейные ценности, и традиции, которые мы переняли от наших предков, и хобби, то есть... То, что требовалось в этом конкурсе от участников, да, это все присутствовало в нашей жизни, да. И мы просто предоставили фотографию, описание нашей семьи. Сначала семья Поспеловых выиграла региональный этап конкурса, потом стала финалистом федерального, с чем Поспеловых поздравил губернатор Игорь Руденя. Настоящая любящая пара. Вы все делаете вместе, воспитываете детей, трудитесь, растите сад, создаете и храните традиции своего дома. Победа в конкурсе также стала вашей общей заслугой. Своим примером вы показываете жителям Верхневолжья, особенно нашей молодежи, какой запас тепла и вдохновения дает людям семейный очаг. Спасибо вам за мудрый и ответственный подход к родительству. Благодаря вам и таким семьям, как ваша, в Тверской области сохраняются и приумножаются традиционные духовные и нравственные ценности нашего народа. В этом году оргкомитетом рассмотрены 384 заявки на участие в конкурсе от 7 победителей региональных этапов из 86 субъектов Российской Федерации, в том числе и Донецкой и Луганской народных республик. В финале, который прошел в Москве, семья из Тверской области стала победителем в номинации «Сельская семья». Денис Сергеевич и Инга Викторовна Поспеловы. Супруги надеются, что их дети Лада, Алиса и Светлана унаследуют их главное богатство – трудолюбие, любовь друг к другу и к тем, кто рядом, к истории семьи и отечества. В 2016 году Инга и Денис основали столярную мастерскую Поспеловых, но в феврале этого года там произошел пожар. Меньше чем за год Денис ее восстановил и в эфире программы «Тема дня» пригласил нашу съемочную группу на открытие столярной мастерской. Сюжет об этом не пропустите в эфире нашего телеканала.